Май 2022 года уже забрал многих актеров и, судя по всему, не собирается останавливаться на достигнутом. Совсем недавно стало известно о смерти еще одного такого человека. Умер актер Владимир Епифанцев. Будущий актер родился 22 мая 1949 года. После получения актерского образования он играл на сценах театров Новомосковска, Бугульмы, Черкесска, Могилева и Грозного. Кроме того, Владимир Епифанцев 10 лет был главным администратором театра ветеранов сцены. Владимир Епифанцев впервые снялся в кино в нулевых годах. Свои первые роли он сыграл в сериале «Свой человек» и криминальном фильме «Жестокий бизнес». Также Владимира Епифанцева можно увидеть в лентах «Ищейка 3», «Раскрутка» и «Балабол 4». Вдова Владимира Епифанцева Татьяна Епифанцева также является актрисой. Она известна по лентам «Марш турецкого 4», «Балабол 4», «Ищейка 4» и по другим лентам. Сын Владимира Епифанцева Тарас Епифанцев пошел по стопам родителей и также стал актером. Его можно увидеть в фильмах «Солдаты 15. Новый призыв», «Ненастье», «Записки экспедитора тайной канцелярии 2» и в других лентах. Владимира Епифанцева не стало 22 мая 2022 года. Актер ушел из жизни в свой день рождения. Ему было 73 года. Светлая память актеру театра и кино Владимиру Епифанцеву.